сила. Украшаем родители. Елочкой. Правильно входит. Да чего же? Да чего же неприятно. Вот он тащит обратно. А с горы они уж сами смелые вместе с нами. Сами. Совершенно верно. Саночки. Яна, ты согласна? Саночка? Ребятам, что есть у меня два друга веселых, два резвых коня. Они то несутся, то плавно скользят, что сбросить на лед голубой норовяш. Что за зеркало такое? Они отгадали же? Кто это, родители? Что это? Коньки. Коньки, конечно, коньки. Думайте, продолжай. Что за зеркало такое, по нему с магазин, во дворе с друзьями мы катаемся с бензином. А что так тихо? Вообще не слышно вас, как будто один человек в зале сидит. 3-4 родители. Лёд! Лёд! Молодцы, теперь услышали, Эрика. Вы откройте мне секрет, сколько гвоздей до секрет, из чего же Дед Мороз через реку строит мост? Родители наши, помощники, присаживайтесь. Ну и что? Загадки на «з». Они же зимнина. Тоже на «з». А где же буква «у»? Я ее не увидела. Да дело в том, что родители загадки-то угадали. Действительно. Какие же они умники. А вот послушайте. Я вам тоже приготовила одну загадку. Уж вы ее никогда не отгадаете. Это кто стоит такой возле елки, возле горки ледяной? Держит помело в руке, а на голове ведро. Снеговик! Снеговик! И здесь вы угадали. Какие же вы все умники! Я, ребят, снеговик. Снегу холода привык. Вы меня слепили ловко, мне становится тут морковка. Снеговик, я непростой, любопытный, озорной, знать хочу, чем ребята занимаются зимой. Катаются на санках, на лыжах, на коньках и лепят свои, это, снежки. А чем еще, ребята, вы занимаетесь зимой?
сейчас будет. А вы попробуйте в темноте что-нибудь придумать на эту букву. А, ребята, ничего не видно. Ничего не получится. Что же делать? Где же у меня снежинка? А, вот снежинка. Вот какая-то снежинка в кресле. Не видно какая. Что же делать, ребята? Помогайте. Что будем делать? Посветите фонарик. Девочки, выходите. Фонариком нам здесь все осветите.